Вечер в хату, часик в радость, а чефир нам горький в сладость. Вот я очухался после судной ночи, именуемой Новым годом. Прошел уже месяц, а 23-й год еще не удивил нас новой эпидемией чумного сифилиса, а мою кибитку не расщепили на атомы ядерного взрыва. А точнее, АКС-1.6 и ее феномене. В чем заключается данный феномен? Да в том, что нее до сих пор играют. И не ху** так играют. Что не скажешь, а Global Offensive с ее кривой отдачей, разбросом и регистром урона. О чем речь, если даже сами валы это бесплатным сделали? Те самые валы, которые за полторашку продавали сырую игру артефакт, где еще и карты надо было докупать. И вот эта еврейская контора вдруг сделала бесплатно самую последнюю серию CS игру. Ладно, ху** с этими игроками в Global Offensive. Хотят говно кушать, я не запрещаю. Нас родная, как мать менюшка. Если у вас возникает вопрос, почему я не взялся никнейм а-ля бабка в найковских кедах, пуля от дедули или еще что-то подобное, пошли из канала. Важный сервер, FreeVip. Выбираем, конечно же, мусоров, потому что я по масти зафрашмаченный вертухай. Так, стоп, на. А это что такое? Я, конечно, все понимаю, но, по-моему, использовать мем с мистером Дудь это уже слишком. Интересно, сколько секунд они затратили, чтобы наложить у**ую текстурку на дефолтный скин? Хожу я, значит, на центральный коридор, а мне в рыло прилетает камшот. Бездыханному телу подбегает какой-то рядовой медик и при помощи дыхания рот в рот возвращает меня с того света. За эту карту я не то чтобы 2000 не отдал, мне бы срать на ней западло было, настолько она у**ка. Существует всего два коридора, и не дай бог получится так, что ты выйдешь один против толпы у**нов. На ней в одиночку протирал штаны какой-то чехол. Ну что, будем так? Именно так у меня получалось убивать противников, зашкерившись у параши. Как вдруг под моими ногами открывается ловушка вьетнамского разлива. Я падаю, разбившись на. В принципе, CS не только развлекательная, но и познавательная игра, которая учит вас, что нельзя людей, а то попадете на джайл сервер ласковая тюрьма 18+. И пусть название вас не обманывает, лащиться с вами никто не будет. Я вот вообще уловил момент, когда мой сокамерник вжался в угол и, так сказать, прикольнулся на дне. Но тут откуда ни возьмись, появился клюн из оперчасти и с одной обоймы захуй нас прямо в камере. Вот это я понимаю, тюрьмы России. У меня так и осталось вопросом, был ли это акт наказания за однополый секс, соркнулся на пару и на стол в ебаный зомби. Тот даже в после того, как не думал, просто за всей видимости учуяла запах и, повернувшись аккурат в тот момент, когда я подкрадывался сзади, настреляла мне в рот.